Перший энергоэффективный дом чекает заселение. Шляхом лесования сярод его жильцов уже вызначили, на каким поверсе будет их квартира. Теперь им перш-наперш необходимо подрыхтовать документы для оформления домов и купли-продажу. И эта справа не только державная. Сами, будущие владельники квартир, так само повинны выполнить термины оформления документов. Энергоэффективный дом сдали 28 листопада минулого года. С этого часу пошел отворотный отлик. За 4 месяца державные организации и граждане должны сделать огульную справу. По словам специалиста Могилевского гарвыканкама, на ближайшем тыдне заключат первые домовые купли-продажу. На этой подставе шматдетным семьям открыть кредитные линии на льготных умовах. Здесь важно учесть, что при утверждении списка в администрации района гражданин пишет соответствующее заявление и должен подтвердить свое право на получение соответствующего льготного кредита. Гражданин погашает разницу между суммой льготного кредита и фактической стоимостью жилья. Кредитный договор будет расторгнут в случае, если гражданин вот эту разницу не погасит. Только после проведения обовязковой выплаты жихары отримают ключи от квартиры и смогут оформить новое жилье во власность. Те, кто при оформлении документов сутыкнулся со складанностями, за додатковой информацией могут звертаться у отдел будовництва Могилевского гарвыканкама. Алина Соловьева, Виталь Вопсиу, Новин Регион.